Париж, месье. Мы уже под мостами. Иду, иду. Мне осталось поставить только точку. А что это так? Смотрите на меня, будто я только что воскрес. Так оно и есть, Анри. Значит, вы все-таки отправили меня на тот свет? Так уж случилось. Осмелюсь доложить, месье, нехорошо это, не по-христиански. Вы накличете мне преждевременный конец и... Напротив, Анри, я готовлю вам бессмертие. Прошу, знакомьтесь. Мадам, это и есть Жюль Верн. Жюль, поверь, для меня большая честь представить тебе мою дорогую гостью. Марка Вовчок, писательница. Марка Вовчок, славянское имя, я не ошибаюсь, и, по-моему, мужское. Жорж Занд тоже мужское имя. По мужу, Маркович, Мария Александровна. Искренне рад, мадам. Что ж, по крайней мере, Жюль, одно требование ты выполнил. Книжка получается довольно толстая. Жюль, газеты комментировали каждый этап твоего путешествия. Говорят, ты был принят самим папой. О чем же ты говорил со святым отцом? Я старался помалкивать, иначе святой отец сразу разгадал бы во мне безбожника. Правильно. Никогда нельзя упускать возможности помолчать. Так вот, что я хотел предложить. Мадам Маркович пишет на русском и украинском языках. Французский же знает, как свой родной. Послушай, Жюль, твои книги переводят в России дурно. Не точно, тяжело. Поэтому я намерен предоставить мадам Маркович право на перевод всех твоих романов. Соглашайся, вы будете счастливы взаимно. А? Неужели в России знают меня и читают мои книги? Читают, любят, ждут новых, охотятся за ними и даже запрещают. Запрещают? Да. Представьте, недавно министр внутренних дел, господин Валуев, приказал изъять из ученических библиотек ваше путешествие к центру Земли. Вот как? Его резолюция, книга безнравственна по своей тенденции. Пожалуй, самая оригинальная рецензия на мою книгу. Но Россия состоит не только из Валуевых. Образованная Россия любит вас. У вас восхитительный талант. Благодарю. И сердце, способное еще больше его возвысить. А как Тургенев? Мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Тургенев? Он сейчас в Париже, Сверду. Вам надо обязательно с ним встретиться. Это очаровательный человек. И настоящий писатель. Великий писатель. Записки охотника. Я читал их трижды. О. С их страниц словно исходит аромат русских степей, лесов, рек. А какие характеры? Нет, мне так никогда не написать. Ну что, у вас свой путь в литературе. И я бы не назвала его легким. Месье Цель рассказал мне сюжет вашего романа. Я сгораю от нетерпения узнать судьбу ваших героев. Нашли ли они этого мужественного капитана? Ну что ж, я расскажу вам.
Мне и самому не терпится похвастаться, как я удачно придумал концовку. Смотрите, дикари остановились, они дальше не пойдут, вперед! За мной, за мной! Да, мой мальчик. Здесь похоронен их вождь. И поэтому на эту гору наложено табу. И никто никогда под страхом смерти не имеет права подняться сюда. Сам Бог хранит нас. Тут вы ошибаетесь, сударыня. Бог сейчас на стороне дикарей. Он даже придумал кару для нас. О, да здесь ружья английского образца. Неплохо придумано брать оружие на тот свет. Очевидно, для охоты вечной жизни. Этот арсенал мы используем лучше, чем покойный. Ага. У нас есть вода и пища. И огонь в земле. Настоящий рай. Я предлагаю здесь основать колонию и жить до конца наших дней. Какой же ужасной смертью угрожаете вы нам, Паганель? Смертью святотатцев? Карающее пламя у нас под ногами. Со вчерашнего же дня он стоит здесь, этот вулкан. Надеюсь, недельку-другую он подождет. У маори обычай сжигать своих покойников. А вождя они не сожгли. Почему? Стало быть, как животные чувствуют приближение землетрясения, так эти дикари догадываются о предстоящем извержении. И поэтому они покинули свою деревню. Она обречена, потому что находится на склонах вулкана. Значит, покойник все равно сгорит. Но сгорит вместе с нами. О чем вы тут шепчетесь, друзья? Мисс Мэри и леди Элен доказали, что умеют смотреть в лицо опасности. С ними можно говорить откровенно. Что же вы молчите, Паганель? Что, провидение готовит нам новые испытания? Да. Вы считаете, что этой горе осталось жить недолго? На этом месте скоро будет кратер вулкана. Сколько же нам осталось? Ну, когда бы ни началось извержение, маори не уйдут отсюда, пока не убедятся, что мы погибли. Значит, надо убедить их в этом прежде, чем мы на самом деле погибнем. У вас есть идеи, майор? Только бы уговорить новозеландского Плутона подождать до темноты. И что тогда? Вон, видите тот гребень? По нему мы можем забраться на соседний вулкан.
Неплохая идея. Они нас ждут внизу, а мы пойдем наверх. Но чтобы подняться на тот гребень, сначала надо спуститься по склону. И тогда мы будем на расстоянии выстрела из маурийского ружья. Лучше умереть от пули, чем в желудке дикаря. Да, богатый выбор. Что-то наши друзья затихли. О, да их стало еще больше. Смотрите, они разложили костры. И наверняка будут ждать до второго пришествия. Что-то становится жарко. Как бы не вспыхнула вся эта постройка. Там что-то гудит и клокочет. Это магма, мой мальчик. Рано или поздно она найдет выход, и здесь будет новый Везувий. Выходит, мы сидим на пороховой бочке? Черт знает что. О чем они думали? Что вы там ищете, Макнапс? Снарядить человека для вечной жизни, не оставить ему даже понюшки табаку. Да будет вам известно, что новозеландцы не курят, майор. А они, в отличие от вас, берегут свое здоровье. Вот вам и ответ на вопрос, чего нам не хватает на этой горе. Табаку. Поэтому я не хочу оставаться здесь ни одного лишнего часа. Прошу к столу, господа. Мэри, вы замечательная хозяйка. Можно позавидовать вашему будущему мужу. Что это у вас, Паганель? В самом деле, что это означает, месье Паганель? А теперь, дорогой друг, может, вы расскажете, что с вами произошло? Да-да, расскажите, месье Паганель. Да право, в моей истории нет ничего интересного. Ну-ну, не скромничайте, мой друг. Судя по всему, вы провели без нас бурную жизнь. Что же с вами произошло, господин Паганель? Да ничего особенного. Я, так же, как и вы, попал в плен к одному туземному племени. И вас не съели? Как видите, нет. Более того, вас приняли за своего. Если вы хотите, расскажите за меня, пожалуйста. Ну что? Что вы, мой дорогой? Я столь высокого мнения о ваших достоинствах, что не удивлюсь, если узнаешь, что эти дикари избрали вас своим вождем. Вы почти угадали. Я действительно стал другом их вождя. Месье Паганель, мы все сгораем от нетерпения. Ну, хорошо, хорошо. Ну, я расскажу. Как вы помните, судьбе было угодно, чтобы я избежал вашей участи. Ну, я собирал цветы, вдруг услышал чьи-то крики, шум, выстрелы. Я выглянул из кустов и увидел, что вы в окружении дикарей. Я видел, как вас связали, втолкнули в пироги. Ну, я побежал за вами. Потом я переплыл реку, и вдруг из кустов выскочили два дикаря. Таким образом, я, как и вы, попал в плен. Но только, конечно, к другому маорийскому племени. Он принял меня враждебно, пока не увидел эти знаки на моей груди. А больше всего... Я пренебрег нашей дружбой и при первом же удобном случае бежал. А что означают эти знаки у вас на груди, господин Паганель? На заре человечества, когда между континентами, возможно, и не было еще океанов, люди разговаривали на языке знаков, жестов. И понимали друг друга, как нам этого не хватает. Поэтому майорийский вождь понимает то, что нарисовал патагонский вождь. А знаки на моей груди, ну, вероятно, они означают, что я занимаю высокое положение в своем племени. И это соответствует истине. Я надеюсь, вы не шутите, майор.
пора. Ужасная смерть ждет каждого, кто нарушит табу. Здесь только что были люди. Костер. Угли еще горячие.
океан. Океан! Thank you.
А где же каторжники? Каторжники? Какие каторжники? Ну, те негодяи, что напали на яхту. На какую яхту? На вашу, милорд? Конечно, Том. На Дункан. И как случилось, что вы курсируете у берегов Новой Зеландии? По вашему приказанию, милорд. По моему приказанию? Так точно. Я лишь выполнял предписание, содержащееся в вашем письме. В моем письме? Да, милорд. Оно написано не вами, но подпись ваша. Подождите, Том. Здесь надо хорошенько разобраться, а то мне кажется, что я вижу сон. Так вы говорите, вы получили письмо? Да, получил. И доставил вам его Бен Джойс? Нет, милорд. Матрос по имени Айртон, боцман Британии. Ну, Бен Джойс и Айртон — это одно и то же лицо. И что же было в этом письме? В нем содержался приказ покинуть Мельбурн и направиться к восточному побережью... Австралии. Австралии? Mm-hmm. Нет, не Австралии. Новой Зеландии. Да Австралии, Том, Австралии. Австралии, Том, Австралии. Нет. Нет, нет. Здесь что-то не так. Нет. Ну, нет. Успокойтесь, успокойтесь, Том. Такова была воля проведения. Это невозможно. Я не мог ошибиться, милорд. Айртон прочел это письмо так же, как и я. Он-то как раз, он и хотел, чтобы я, вопреки приказанию, направился к берегам Австралии. Айртон? Да. Айртон уверял меня, что это ошибка, и что назначенное место встречи — бухта Туфольд. У вас сохранилось это письмо? Конечно, мистер Макнапс. Сейчас принесу. Угу. Ну, знаете, Паганель, это было бы уж слишком. Вот. Так. Приказываю Тому Остину сниматься с якоря и двигаться вдоль 37-й параллели к восточному побережью Новой Зеландии. Что ж, любезнейший Паганель, счастье, что вы еще нас не услали в Индокитай. О, Джон, прекрасно. Ну, а теперь, Паганель, отвечайте мне чистосердечно. Я признаю, что ваша ошибка оказалась счастливой, потому что, если бы не вы, наше судно захватили бы каторжники. И если бы не вы, мы бы снова оказались в руках у дикарей. Но ради бога, скажите мне, какая непостижимая причуда заставила вас написать «Новая Зеландия» вместо Австралии? А, Паганель? Ну, а вы, Том, вам не показался странным приказ курсировать у берегов Новой Зеландии? Признаться, милорд, я был очень удивлен, но я не привык обсуждать приказы и повиновался. А разве вы поступили бы не так? Да, Том, я поступил бы так же. Я решил, милорд, что в интересах Гарри Гранта надо идти туда, куда вы приказываете. Очевидно, подумал я, вы отправляетесь в Новую Зеландию на каком-нибудь судне, а мне следует ждать вас у ее восточного побережья. Когда боцман Айртон узнал, куда направляется судно... Айртон? Да. Он на яхте? Да, милорд. Где он? В одной из кают под стражей. Вы взяли его под стражу? Когда Айртон увидел, что яхта идет к Новой Зеландии, он пришел в ярость. Хотел заставить меня изменить направление судна. Всячески угрожал мне и, наконец, стал подстрекать команду к бунту. Тогда я понял, что это опасный тип, и решил изолировать его. Приведите его. Итак, Айртон, мы с вами находимся на том самом Дункане, который вам так и не удалось захватить. Говорите же, Айртон, говорите. Мне нечего сказать, милорд. Я имел глупость попасть к вам в руки. Поступайте, как вам будет угодно. Скажите для начала, как вас называть? Бен Джойс или Айртон? Были или не были боцманом на Британии?
Послушайте, Айртон, только откровенное признание может облегчить ваше положение. Я последний раз спрашиваю, вы будете отвечать или нет? Нет. Пусть правосудие само изобличит меня. Здесь не суд, Айртон. И я не заставляю вас свидетельствовать против самого себя. Но вы хорошо знаете, какими поисками мы заняты. И одно ваше слово может навести нас на утерянный след. Будете говорить? Нет. Хорошо, Айртон. Может быть, вы скажете, где потерпело крушение Британия? Чего вы от меня не узнаете? Можете повесить меня, если хотите. Поднять желтый флаг. Повесить? Здесь нет ни судей, ни палачей, Айртон. Хорошо. На первой же стоянке вы будете переданы английским властям. Айртон, если вам хоть что-то известно о Гарри Гранте, скажите об этом хотя бы этим несчастным детям. Я очень мало знаю о Гарри Гранте. Вряд ли это вам поможет напасть на утерянный след. Ну так говорите, 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 Айртон. Пожалуйста. Итак, милорд, вы намерены передать меня английским властям? Да, Айртон, и это будет только справедливо. Значит, вы не согласились бы дать мне свободу? Я не могу этого сделать. Я и не прошу об этом. Что же вы хотите? Нечто среднее между виселицей и свободой. То есть? Высадите меня на одном из необитаемых островов Тихого океана. Я уж там выпутаюсь, как сумею. К тому же будет время подумать, стоит ли раскаиваться или нет. Если я вам пообещаю сделать то, о чем вы просите, вы мне расскажете все? Все, что я знаю. Ну так рассказывайте, рассказывайте, Айртон. Я еще раз предупреждаю вас, господа, что знаю о Гарри Гранте немного. Сделка эта будет для вас менее выгодна, чем для меня. И все же расскажите, Айртон, все, что знаете. И прежде всего скажите, кто вы такой? Я действительно Том Айртон. Боцман Британии. 12 марта 59 года я покинул Глазго на корабле Гарри Гранта. Мы искали место в Тихом океане для шотландской колонии. Гарри Грант был рожден для великих дел, но у нас с ним возникали часто серьезные столкновения. Его характер не по мне. Я не умею беспрекословно подчиняться. А когда Гарри Грант принимал какое-нибудь решение, кончено. Всякие возражения бесполезны. Это железный человек. Он строг и к себе, и к другим. Но все же я осмелился восстать против него. Я попытался поднять мятеж среди команды и захватить корабль. Прав ли я был тогда или виноват? Теперь не важно. Как бы то ни было, Гарри Грант, недолго думая, высадил меня 8 апреля 60-го года на западном побережье Австралии. Стало быть... Я предупреждал вас, милорд, что сделка эта не будет выгодна для вас. Я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Гарри Гранта. А моя история... Я
Встретил шайку только что бежавших из тюрьмы каторжников и присоединился к ним. Под именем Бена Джойса я стал главарем шайки. Моей мечтой было захватить какое-нибудь судно. Тут появился Дункан. Вы сами рассказали о крушении Британии и о том, что судно разбилось на 37-й параллели. Я не колебался ни секунды. Я решил завладеть судном. Но Дункан нуждался в ремонте, поэтому я дал ему возможность уйти в Мельбурн. Остальное вы знаете. Айртон, не помните ли вы, каковы были планы капитана Гранта? Довольно смутно. Все-таки постарайтесь вспомнить. Даже самый незначительный факт может навести нас на правильный путь. Я знаю, что капитан Грант собирался побывать в Новой Зеландии. Совершенно верно. Однако в документе нет никакого намека на Новую Зеландию. На это я уж не могу вам ответить. Хорошо, Эльтон, вы сдержали свое слово, я сдержу свое. Мы обсудим, на каком из островов вас высадить. Впереди риф Мария Тереза. Насколько мне известно, остров не обитаем. Кстати, он лежит на 37-й параллели. Сколько до него? У меня три пути. Мы осмотрим этот остров и там решим. Идите, Айртон, в свою каюту и ждите нашего решения. Этот негодяй мог бы стать настоящим человеком. Жаль, что его способности направлены во зло. А Гарри Грант? Боюсь, что найти его невозможно. Бедный отец. Кто скажет теперь, где ты? Я. Да, я. Паганель, вы знаете, где капитан Грант? Да, насколько это вообще возможно. Как же вы это узнали? Да все из этого же документа. Вы сначала выслушайте, майор Макнапс, а потом... Я молчал до сих пор, потому что был уверен, что вы мне не поверите. А Айртон подтвердил мое предположение. Значит, в Новой Зеландии. Да. Выслушайте меня и судите сами. Эта ошибка в письме, которая нас спасла, была не случайной. Когда мне диктовали письмо, у меня из головы не выходило слово «Алан». «Зеланд», «Зеланд». Слово «Алан», «Онленд», прочлось нами как «на землю». А в действительности это конец слова «Зеланд». «Зеландия». Какой вы, однако, фантазер, Паганель. И так легко отказываетесь от своих прежних доводов. Как же вы тогда истолковываете слово «Оустрайл»? Ну, так же, как и раньше, южные страны. Хорошо, а обрывок слова «Энди», который сначала истолковывался как слово «Эндианс», индейца, а затем как «Эндижан», туземцы, как вы теперь его понимаете? Третье и последнее толкование этого слова «Эндижанс». Нужда. Лишение. И почему же вы держали 2 месяца в тайне это новое толкование? Я не хотел понапрасну обнадеживать вас. Кроме того, мы уже находились в Новой Зеландии. Где мы не встретили никаких следов, Гарри Грант. Зато мы увидели, как там обращаются с англичанами. Роберт, ты уже мужчина. Ты должен мужественно перенести эту горькую истину. Может быть, нам даже удастся найти какие-нибудь останки Британии. Но люди... Thank you.
7 декабря 1865 года Дункан бросил якорь в виду необитаемого острова. На английской морской карте он был обозначен как остров Мария Тереза. Дикая коза! Это животное боится человека, значит, оно знакомо с ним. Сюда! А может быть... Смотрите, на бамбуке след топора. Я отказываюсь что-либо понимать, но
Как могли останки Британии оказаться на этом острове, когда в документе нет даже намека на его упоминание? Однако этот остров тоже находится на 37-й параллели. Да, но в документе... Будем отчаиваться, друзья, и обыщем весь остров. Кто вы? Отвезем его на корабль. Может, общение с людьми вернет ему разум? Итак, мы уже знаем о судьбе двоих из тех трех, кто потерпел крушение. Да. Один умер, другой сошел с ума. Должен быть третий. И он здесь. Значит, ты снова становишься человеком. Я не верю. Не могу поверить в то, что мой отец может превратиться в такое. Если бы вы его видели, Джон. Успокойтесь, Мэри. Я уверен, что я еще пожму его благородную руку и скажу ему. Вы знаете, что я ему скажу. Он жив, правда? Он жив. Такие люди, как мой отец, не умирают, не доведя дело до конца. Конечно, Мэри. Успокойтесь.
Что с вами? Вы слышали? Это голос моего отца! Роберт! Успокойтесь, нет, прошу нет, вас. Нет, это мой отец. Вам показалось, Мэри. Мой отец. Что, сестра? Роберт, там на берегу наш отец. А? Я слышала его голос. Там? В чем дело, Джо? Мэри, что случилось? Он кричал, помогите, помогите. И вы узнали его голос, дитя мое? Да, милорд, я не могла ошибиться. Это мой отец. Не может быть, на таком расстоянии. Мэри говорит правду. Я верю ей. Наш отец там. Он зовет нас. Милорд, прикажите спустить шлюпку. Но... Я не могла ошибиться. Сейчас ночь. Нет. Может, подождем до утра? Если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, прикажите спустить шлюпку, милорд. Вахтенный! Шлюпку правого борта на воду! Смотрите, там огонь! Все на берегу! Это отец! Смотрите, ребята, раз! Это голос отца! Раз! Отец! Отец! Июня 1860 года Британия разбилась о рифы. Море так бушевало, что на берег удалось выбраться только двум матросам. Бобу Лирсу, Джо Беллу и мне. Моя команда погибла. Боб Лирс скоро умер от ран, и мы остались вдвоем. Мы могли надеяться только на Господа Бога и на самих себя. Каждый день и каждый час нам приходилось бороться за свою жизнь. Мой товарищ потерял надежду и отчаялся. Он опустился, перестал следить за собой и больше не смотрел в сторону моря. Я упустил момент, когда в нем произошел этот внутренний надлом. А потом было уже поздно. Мои слова не действовали на него. Уговоры он принимал сначала равнодушно, а потом враждебно. Наконец, рассудок его помутился. С момента кораблекрушения это был самый тяжелый удар, который нанесла мне судьба. Потерять товарища. Единственное живое существо, которое понимало тебя, с которым можно было поделиться своим горем, просто поговорить на человеческом языке. Я понял, что такая же участь уготована и мне. Вы спросите меня, что было самым трудным для меня за эти 4 года. Вот это. Остаться человеком. Когда человек попадает в исключительные условия, и небо посылает ему одно испытание за другим, и даже силы природы восстают против него, это всегда самое трудное. Сохранить право называться человеком. Мэри и Роберт успели рассказать мне о вас. У меня ощущение, что мы с вами давно знакомы. Сэр, позвольте мне просить руки вашей дочери. Браво, Джон, наконец-то вы решили сказать эти слова. Милорд, и вы, сударыня, благословим наших детей. Не смею. Джон. Спасибо. Поздравляю. Извините, капитан. Скажите же, наконец, что содержалось в вашей таинственной записке?
Да, капитан, помните ли вы содержание записки дословно? Конечно, помню. Не проходило и дня, чтобы я не вспоминал этих слов. Ведь на них была вся наша надежда. Скажите нам эти слова, откройте их. Наше самолюбие задето за живое. А какая из трех записок вас интересует? Да, но разве они были не тождественны? Тождественные, за исключением одного названия. А скажите нам французский вариант записки. Он был наименее испорчен водой, и мы главным образом основывались на ней. Вот этот текст, слово в слово. 7 июня 1860 года трехмачтовое судно «Британия» из Глазго потерпело крушение в 1500 лье от Патагонии, в южном полушарии. Два матроса и капитан Грант добрались до острова Табор. А какой остров Табор? Это же риф Марии Тереза. Совершенно верно, господин Паганель. На английских и немецких картах Мария Тереза, а на французских Табор. Ой, какой же я осел. Я не должен был забывать об этом двойном названии острова. Ой, это ошибка непростительная, недостойная секретаря географического общества. Географ. Я опозорен. Я опозорен. Не отчаивайтесь. Успокойтесь, господин Паганель. Знаете ли вы, что это самый великий Гумбольдт? Я знаю только то, что я большой осел. К тому же ученый. Это я, Айртон. Вижу, капитан. Рад видеть вас в добром здравии. Я, видимо, допустил большую ошибку, высадив вас в обитаемых местах. Вы сейчас останетесь вместо меня на этом острове. Я надеюсь, вы раскаетесь в том зле, которое причинили людям. Все может быть. Итак, вы хотите, чтобы я высадил вас на необитаемом острове? Да, милорд. Остров Табор вам подходит? Вполне. А теперь я хочу сказать вам напоследок несколько слов. Вы останетесь один, но не будете затеряны и отрезаны от мира, как капитан Грант. Люди все-таки будут помнить о вас, хотя вы этого и не заслуживаете. Я знаю, где искать вас. Я это не забуду. Спаси вас Бог, милорд. Это вам пригодится. Эдуард, это так необходимо, оставить здесь этого несчастного. Да, Элен, необходимо. Это искупление.
Остров Тобор стал конечным пунктом путешествия. Двигаясь по 37-й параллели, участники этой необычной экспедиции пересекли 3 океана и 2 континента и совершили кругосветное путешествие. Оно длилось 1,5 года. 12 января 1866 года Дункан взял курс на север к родным берегам Шотландии.